Всем привет, друзья! Сегодня опять у нас морской бой. Ссылка на переход на сайте, можно скачать и зарегистрироваться на данную игру, Ссылочка будет под видео на канале. Увидите там. Игрулька прикольная, советую всем поколбасить. Играет по сеточке, очень мне так понравилось. Так, эта карта у нас уже была. Ага. Вот оно чё. Чё так долго? Ой, начинается! Чёрт побери! Малый, вперёд! Так, погнали. Сейчас, наверное, не знаю даже. Давайте-ка. Лево руля. Самый полный вперед. Вообще нормальная игруха. Блин, подводные лодки тут интересно есть, нет? Вот мне все очень интересно. Так, как бы нам тут пройти-то? Понимаю, надо как-то не погибнуть в этот раз. Хотя это какой раз. Обнаружены силы противника. Опа, где? Вон они. Далеко я не дострелю. Пойдем чигирями сейчас. В объезд. О, сколько их там. Сидят в засаде все. Вот они. Сейчас мы того самого крайнего-то стрелочка набананим. Потихой. Фигня война, главное маневры. Давай-ка, дружок. На китайце идет гад. Давай скорей. Стопы. Ой, я даже попал кого-то. Стоп, машина. Парни какие. Да как так-то ее? Давай быстрее. С
Самый полный вперед. Так, а что происходит? Что-то пипикает. А, вот, можно за... Команда получила преимущество. Захватить можно тут их. Точку. Вот что. Еще тут один лунтик остался. Давай. Самый полный вперед. Все добили, походу. World of Warships. Ребята, советую просто. Морской бой так морской бой, как говорится. Отличненькая игрушка. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу. Данную игру можете скачать, ссылочка будет под видео на канале. Всем удачки, пока. 7 футов под килем.